бьет в лицо. Ой, фигал будет. Садись туда. Нет, потом твои родители будут вызывать. Ты любишь родителей? Ну так зачем тогда им делать плохо? Если тренер говорит, ты должен меня держать. Смотри сюда, в середине девочки здесь. Раз, два, три. Девочки, раз, два, три. Раз становится, два, иди-ка туда. Нет, гони. Алина, сюда. Дико, вот туда. Ко мне лицо. Мяч. Сюда. Сюда. Мяч. Вот здесь стоишь. Нет. Алёша, сюда становится. А, три на три? Мячик. Мячик тут. Ставь сюда. Мячик, да. А, где мячик? Держишь? Значит, у тебя есть мяч? Нет. Нет. Держи. Значит, что? Сейчас вы играете. И если мяч идет ниже, рассудали лицо, вот команда стоит. Если мячик ниже пояса, то вы очко проигрываете. Подача снизу и передача, все стараться снизу. Вы готовы? Да. Пошли. 1-0. Так, стоп! Послушай меня. Знаешь, сколько лет этой ракетке? Вот этой ракетке больше, чем тебе. Да, я еще не сделал, потому что вот сыграл специально. И если ты будешь бить, она поломается. Тебе дали ракетку? Не бей. Приготовились? Пошли. Ушел. 1-0. По очереди подаем. Ты подаешь, чтобы он. Давай. Раз. Но. 1-1. Аделина подает. Стоп. Аделина снизу. Снизу. Так. 2-1. Давай. По очереди. Нет, еще раз, сверху нельзя бить, только снизу. Так кто? Так как у нас нету сетки, нет, девочки, у нас нету сетки. Поэтому вы должны мячик хорошо передавать. Не забивать, а перебросить хорошо. И они должны хорошо передавать. Кто? Мате, так, ты и ты. Идете вон там и играете 1-1. 1-1? Ты с Артемом 1-1 играешь. А вы здесь играете с девочками. Приготовили. Как же? Так. 1-0. По очереди. И снизу. Давай. Это. 1-1. У кого, смотрите, у кого мяч, кто-то подает. Давайте, вы там до 12 играете. Стоп. Попал, значит, 2-1 девочки ведут. Пошли. Нет. Так, меньше сетки не считается. Давай. 3-1. Девочки подают. Мяч ушел. Что, ну? Мяч ушел. 4-1. Мяч ушел за полем. Вот он. Вот. Стоп. Передай мячики, да? Так, 5-1. Пошел. 6-1. За поле. 6-1? 6-1 вы выигрываете. Давай. Топ. Дай туда дальше. Так, вот. Снизу. Пожалуйста. Играй. 7-1. Мяч сюда. Вот смотри, ты кидаешь мячик, но долго брать. Время хорошо. Пожалуйста, 7-1. 7-2. Подает Михайло. 7-2. Не бросайся. Давай, Михайло. 7-2. Стоп. Подает Кальмин. 8-2. Стоп. Если ты попадаешь под потолок, то мячик сразу отдается под потолок. Пожалуйста. Есть! 8-3. Вика, Аделина подает. Какой ваш счет? Ракетку не кидай. Пожалуйста. Я знаю счет. Так, 9-3. Алексей подает. Алеша, Маша. Так, кто? Мате, подошли ко мне. Сели вот туда. Раз, два, три. Раз, два, три. Значит,
Еще раз, кто подает? Еще раз, я тебя прошу. Вот эта ракетка, вот эта ракетка. 25 лет. 25 лет. Посмотри на это. Это я ей играю, я никому ее не играю. Видишь, вот это? Толстая, все просто тут было. Я, например, все. Но она целая, правильно? Это я играю, я никому не играю. Значит, еще раз, первый номер становится здесь, второй номер становится здесь. Нет, садись. Ты второй номер? Второй номер туда. Судья стоит здесь. Что судит судья? Значит, первое. Ракетка тяжелая. У тебя хорошая ракетка, поэтому будь аккуратна. Это даже не моя ракетка. Это мне ее подарили. Значит, еще раз. Снизу подает. Мяч переходит. И начинается. Раз, 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 раз. Не слушаешь. Если я ударил мимо, ударил за площадку, не попал сюда. Или попал в потолок, я проиграл одно очко, передаю мячик партнеру. Да. Партнер подает. Да. Понятно, да? Понятно. 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 Вот сейчас мы посмотрим. Становись ты судишь. Становись ты судишь. Да. Так, Вика сюда. Артем сюда. Так, на центр становишься, на центр, из центра подаешь. Приготовились. Судья, ты готов? Да. Давай, руководи. Стоп, мячик ушел. 1-0. 1-0. Пожалуйста. Нет, ты выиграл, ты подаешь. Да. Давай. Вот судья, давай. Ниже. Ниже. Не считается. Не считается. Не считается. Подаешь ли ты? То есть не считается, поэтому мяч сюда. Ниже. Так. Ниже. Вот тут вот ниже. То есть у нас очень будет очень низко, да? Как же нам здесь поступить? Вот давай так. Нет, ты же не будешь наворачиваться. Давайте сделаем так. Смотрите. Если я подаю подачу, и подачу подал низко, то просто отдается подача сюда, правильно? Да. А во время игры, уже если так пойдет, уже будем считать. Да. Единственное, что нельзя сверху. Да. Хорошо? Все, так, стоп, подожди. Григорий, вы сюда. Алеша и Григорий сюда. Аделина, ты судишь вот туда. Не бей, не бей. Становись. А, два, да? Готовы? Да. Так есть мяч. Мяч сюда, мяч сюда. Даешь. Не надо бить, не надо бить. Не надо бить. Тренером в руки. Итак, 0-0. Поехали. Он задел? Мяч ушел, он задел. Значит, 1-0. Нет, нет никого. Нет, да. Ты покажи рукой, что? Кто должен подавать? Покажи, да, убери руку, покажи. Оп. А что сюда? Он должен подавать, потому что выиграл мяч. Так. Стоп, стоп, стоп. Да, вот смотри, в принципе, он дал высоко, да? Он отбил тоже хорошо. И давайте мы ведем так. Давайте ведем. Подойдите сюда. Давайте ведем так. Если мячик ударился в поле, то можно тоже будет играть. То есть не обязательно с лёта играть. Нет, только один раз мяч. Как в большом. Да. Хорошо, давайте сейчас не будем. Просто продолжим. 1-0 остается. Пожалуйста, пошли. Просто мы сейчас правила как бы придумаем. Ноль. А вот сейчас он уже за два удара, значит это его 2-0. А, да, вот он. Вот. Два удара. 3-0 он подает. Стоп, подойдите сюда. Где вы играете? Подойдите сюда. Подойдите. Посмотрите внимательно. Значит, играем так. Подайте, обязательно снизу. Не считается. Можно, снизу, а можно, чтобы мячик один раз на пол стукнулся и отбить в один раз. То есть можно, как большой теннис. Да. Чтобы он ударился в пол, то можно отбивать. Хорошо? Да.
Все, приготовили лист. Какой счет? Адрина, сядь сюда. Артем, встань сюда. Дай, Варя.
этот, Михаил считает. Приготовили? У всех мама есть, у всех папа. Один ноль. Мячик. Артем, когда ты передаю, вот смотри, и он за ним бегает. Возьми пока ты мяч, ему будет удобно в этом. Приготовились? Давай. 2-0. Давай, 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 быстрее, не останавливайся. 3-0. Давай, бегом, бегом, бегом. 3-0. Давай, Артем, берись. Играй, мячик отскочил, можно играть. 4-0. Уже О, как будто его это что-то решили. 4-0. Играть? 1-4. Передай. Мате, легли все на живот. Сюда, сюда. Так, я считаю до 10. Все мячики в коробку, а ракетки аккуратно поставить в ящик и лечь. Отлично. Легли на живот, раз. 2, 3. Значит, еще раз. Когда вы играете, надо учиться играть на счет. Играть, я не знаю, на деньги играть. Играть на... Оставим его в покое. На шалобаны. Играть на что-то. На копеечку играть. На копеечку. На 15 копеек. Мало, но все равно выиграть. Уже приятно. И тогда вы научитесь играть. Уйди отсюда. Ну да. Уйди отсюда, не мешай. Еще раз вам говорю, стараться поиграть, потом потренироваться, опять поиграть, опять потренироваться. Построились, в одну шеренгу становились. Подравнялись. Вика, подойдешь сразу к нему. Алинея. Ре, что мы сегодня сделали? Во-первых, вы покидали мяч. Во-вторых, вы поиграли, волейбол не играли. Поиграли теннис. Во-вторых, вы поделали броски. Понятно? Да. 10 приседаний. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Иди сюда. Нет, тихо, сюда. Так. Смотрим на Вику, 5 раз приседания. Так же, пошли. Раз, тоже, да. 2, 3, 4, 5. Стоп. Вы видели? Вы видели? Поэтому вы ее выиграть не можете. Она сильнее вас, она быстрее делает, больше делает. Еще раз, хотите у нее выиграть, мальчик, тренируйтесь. Все, лайвер Дерри, а Вика ко мне. Сейчас, подожди, Вика. Спасибо на урок. До свидания.